На юге Одесской области спасатели и медработники наготове, а люди запасаются водой и продовольствием. Регион готовится к возможному паводку на реке Дунай, приход которого ожидается в 20-х числах июня. Причем подобного наводнения тут не было уже лет 10. Как сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям, синоптики ничего чрезвычайного не прогнозируют. В Дунае, в районе Рени, Измаила, Килии и Вилково действительно ожидается повышение уровня воды. Но оно не превысит опасных значений. Тем не менее, для предотвращения возможных осложнений в Бессарабию стягивают дополнительные силы. Так, в ближайшие дни здесь будет сконцентрировано 1200 спасателей и 400 единиц спецтехники, включая 3 вертолета. Кроме того, развернуты 3 эвакуационных пункта, каждый из которых сможет вместить около 500 человек. На сегодняшний день спасатели постоянно мониторят обстановку на реке Дунай. Так, после сильных дождей уровень реки в австрийском Линце достиг 4 метров при норме в 1. Оттуда до украинской границы 2500 километров. Сейчас большая вода идет на Румынию.